и начали наши играть в большинстве. К воротам пошел Корнеев. Вторым темпом проводит атаку первое звено. Пас на Радулова. И 2-0. Радулов делает дубль. Третья шайба на турнире. И опять же я поправился. Сказал, что может быть наши быстро забросят шайбу. И концов периода будет уже в равных составах. Так оно и получилось. Наши сумели использовать численное превосходство. Видите, не было проблем со входом в зону. Сразу мы сыграли в пас, и получилась атака сходу. В большинстве обычно проходят позиционные атаки, а здесь атака сходу. Зубов сделал хорошую передачу с неудобной руки. Шайба прошла между коньков Крунвала. Веслау не смог выручить.